Депутаты подарили праздник детям из малообеспеченных семей. В ДК ПНТЗ показали спектакль «Новогодняя академия». Мероприятие уже второй раз проводит Первоуральское отделение «Единой России». На волшебном празднике побывали наши корреспонденты. В этой школе ребята учатся не писать и считать, а творить чудеса. В Академию волшебства превратилась сцена ДК ПНТЗ. Добродел вместе со своими учениками готовится к новогоднему балу и дает им задание. Я вам давал задание придумать самые восхитительные чудеса. И сейчас, ребята, мы с вами проведем наш маленький волшебный экзамен. За подготовкой к новогоднему торжеству наблюдают дочь колдунья Мыша. Она давно хотела попасть в эту школу и стать волшебницей, а не колдуньей. Вопреки маминой воле, девочка обратилась к магии. Но, как это всегда и бывает, что-то пошло не так. Из-за проступка Мыши звезда не смогла добраться до небосклона. Роль маленькой колдуньи играет Екатерина Балалаева. Сказка о том, что о взаимоотношении родителей с детьми и о том, что все тайное все равно станет явным. И получается, в этой сказке добродел все-таки помог нам, и звезду все-таки удалось отправить на небосклон. Но в жизни добродела может не оказаться. В спектакле под названием «Новогодняя академия» участвуют полсотни артистов из нескольких студий Дворца культуры. Праздник для детей организовали депутаты фракции «Единая Россия». В зале полный аншлаг. Билеты достаются и общественным организациям, и поселкам достаются, и различные общества инвалидов. Ну и так далее, многодетным семьям. Нам очень хочется создать праздник для детей, поэтому мы делаем свою елку от партии «Единая Россия». Сразу после спектакля ребята отправляются к елке. Большая зеленая красавица ждет в холле ДК ПНТЗ. Здесь дети водят хоровод, танцуют и поют вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками. Сегодняшнее мероприятие мне понравилось очень. Мне понравилось, как Дед Мороз меня... Нам подарил всем подарки. Очень понравилось. Мы с ней первый раз, ей всего годик, на таком мероприятии. С сыном пришли, сыну 7 лет. Очень она сидела на празднике очень хорошо. Все для детей очень понравилось. Специально к празднику Эльмира вместе с дочкой приоделись, сшили одинаковые платья принцесс. Дочери очень понравилось, красочно, интересно, она очень внимательно смотрела. В конце праздника все дети получили сладкие подарки. Каждый унес с собой еще и праздничное настроение. Татьяна Резидент, Ульяна Шилькова, Денис Храмцов. Хроника дня.